Добрый день, дорогие судакчане. Добрый день, уважаемые гости нашего города. Сегодня поистине великий праздник. Сегодня годовщина тем событиям, которые мы вместе с вами пережили с 13 года, 14-го. И сегодня празднуем воссоединение Крыма, города Севастополя, с Российской Федерацией. Это поистине великий праздник. Это великая история нового Крыма. Крыма в Российской Федерации. Тот год, который мы вместе с вами пережили, был непростой. Все те события, антимайдан, непростая ситуация в Крыму, которая происходила на наших глазах, мы сумели доказать всему Крыму, судакчане, крымчане, что те, кто любит свою родину, те, кто уважает свою историю, уважает своих родных, близких, детей, родителей, вправе и имеют право отстоять и постоять за свою родину. Мы все вместе это сделали. Мы не пустили фашизм на территорию нашего полуострова Крым. Мы сумели спокойно, мирно провести референдум. Я хочу сказать судакчанам, что мы были одни из лучших в Крыму по голосованию. Вспомните, 80% явки избирателей. И 97% отдало голосов за присоединение Крыма с Российской Федерацией. Это была ваша большая заслуга. Я хочу сегодня, пользуясь случаем, поблагодарить всех судакчан за проявленный патриотизм. Я хочу выразить слова благодарности нашим казакам. Я хочу сказать слова благодарности ополчению народному. Я хочу поблагодарить всю нашу молодежь, несмотря на вероисповедание и на национальные признаки, которые объединились и не допустили всяких провокаций у нас в регионе и в городе. Я хочу выразить слова благодарности нашему православию и нашему мусульманству. Я искренне благодарю старейшин крымско-татарского народа за ту мудрость, которую они проявили в эти дни. Я хочу сказать вам, дорогие судакчане, большое спасибо вам за ту сдержанность и за понимание, за ваш дух и за ваш патриотизм, и за вашу любовь к нашему любимому городу. Я сегодня хочу сказать слова благодарности нашим городам-побратимам, которые приехали к нам, Котельникам, которые в марте месяце, в непростое время, приехали к нам с целой делегацией, которые поддержали нас. Нам очень была нужна ваша поддержка и помощь. Я хочу от всех судакчан поблагодарить губернатора Воробьева Московской области за оказанную нам шефскую помощь. Я хочу сказать слова благодарности Подмосковью Волоколамску за поддержку, которую мы ощущали от вас. Я благодарен Сахалину, городу Долинску, за тот переходной период, который мы переживали. Вы были вместе с нами. Искренне от души судакчане вам благодарны. Ну и вы знаете, наши лидеры Крыма, Сергей Валерьевич Аксенов и Владимир Андреевич Константинов, без которых бы не состоялся референдум, не состоялись бы все эти события в Крыму, поистине смелые и уважаемые люди. Низкий поклон им от всех судакчан. Вы знаете, история России, Руси, она непростая. В 988 году великий князь Владимир принял обряд крещения в Херсонесе. И это стало отправной точкой для всего православия Руси. И проводя параллели тысячелетий, мудрый президент великой страны России в 2014 году вернул Крым, православную колыбель, назад домой. Огромные слова благодарности от всех крымчан и от нас, судакчан, великому президенту Путину Владимиру Владимировичу. Я искренне от души поздравляю вас с великим праздником. Это народный праздник, это праздник, который выстрадал и заслужил народ. Я вас поздравляю, желаю вам мира, добра, благополучия и всего самого наилучшего. С праздником вас, судакчане! Спасибо за слова поздравлений.